Итак, здравствуйте, дорогие мои друзья, все мои подписчики, те, кто просто смотрит мое видео. Вот у меня еще одна очередная новинка. Как я говорила, да, на обзоре и Мишель из Т. Чарльз, и Оливии Вуд, что буду скоро заказывать Эйдена Рассела. Вот он, как вы видите, приехал. И снимаю я ночью, сейчас уже около 11 вообще ночи, потому что он приехал вообще в среду. Но так как, то есть, он еще не приехал с утра, то есть, он где-то около часу там мама проверила, то есть, но у меня родители уехали на дачу, потому что я у мамы просила забрать, я же у мамы его еще заказывала, вот. И поэтому, как бы, мама смогла только забрать в пятницу, хоть они в четверг приехали, но она уставшая была после дачи, напахались там. Поэтому, как бы, забрать она смогла только вот сегодня, в пятницу, я пришла, снимаю, потому что завтра мне он нужен распечатанный и снятое видео на даче, фоточь, вот. Ну, и я, так как у меня появилась своя карта временно, то есть она платная просто, вот это вот временная, на 3 месяца бесплатная, вот, и я заказала по ней уже у себя эту коллекционную куклу Лили Чанг, короче, вот эту китайскую куклу Лили Чанг, вот, и жду ее прям очень, вот, скорее всего, тоже буду забирать, наверное, выходных, потому что там 12-14 стоит доставка, она, как бы, может приехать и 14-го, так как вот этот тоже стоял 7-го, он приехал 7-го, что-то стали вообще долгие такие заказы, правда, это была от Империи кукла, а там от Уткиной заводи заказала, потому что там дешевле, чем в Империи она, Ченка, это 7 была, а там 6-150, вот. Ну, в общем, рассмотрим, да, кстати, я скажу, что ему подружку я дала все-таки вот Джорджу Блум, это его теперь подружка будет. Вот, ну, как-то, не знаю, остальные все такие с гонором, как бы, куклы, видно, что они это сами себе, как бы, все такие себя, и как то ну, хотелось ему что-то милое такое, вот, ну, и вот Джорджия, да, попалась, так-то у меня их много, ну, вот, я бы еще, если пляжного мальчика заказала бы раньше, когда он был, и тогда бы он был бы с Кейхарт, вот. Ну, его нигде нет, а черно-белых я не хочу, шедо как-то. Не нравятся они мне. Вот, значит, расчесочка с ним шла. Опять же, такие ненужные вешалки две. Вот, это все запечатанное, потому что, ну, что тут в основном показывать, вот. Потому что это все распечатаю потом. И шибко-то это не очень-то нужно, так только если. Но вот телефончики, да, все-таки прикольные. И почему-то вот у всех есть телефоны в этой серии, кроме Оливии. Как-то несправедливо. Вот. Тут даже и ноутбук есть, и очки тоже, и вот термос. То есть вот такое вот изображение. Вот этой самой их, как бы, главной. Там троица, да, вот она изображена на ноутбуки здесь, то есть вот эта вот кукла, она идет как лысая с париками. Мне она такая не нравится, мне как-то больше прошивка нравится. Вот. И он вот из этой троицы, как бы, помощник его потом еще, по-моему, близнецы себе оккупировали и называли его помощником. Просто. Он за ними бегал там, по-моему, это он был с фонарями там всякими. И это все вот. Ну, вот телефончик, да, то есть у него... И держатель, оказывается, есть у этого телефона, потому что я думала, что у него нету держателя. Оказывается, держатель вот тут сбоку на вот этом чехле. Вот, потому что я тогда не распечатывала ни у Мишель, ни у Оливии. Вот, а так, когда я распечатала, я увидела, что вот здесь держатель есть все-таки. Ну, все-таки телефоны, да, вот эти прикольные аксессуары, но вот вешалки вообще ни к чему. Значит, вот, да, здесь термос типа такой... чтобы пить, не знаю, воду или холодную, или здесь, наверное, это стаканчик, может быть, он и снимается, но это я проверю потом. Тут написано, да, Sparkle, вот ноутбук прикольный, и очки тоже классные, такие же, как у Оливии, Мишель, вот очки прикольные. Кстати, когда я его видела, вроде бы как, тоже в заказе фото, там у него вот такие волосы были. Вот здесь спереди. Это я уж подумала, ну нифига себе, на промо-фото. И он везде, у него вот такие коротенькие вот тут волосы. А тут вот зачесанные, ну вот так были. Я не знаю, откуда они взяли здесь их. Если их расчесать, конечно, но они залаченные.
Я их разлачивать не буду, потому что у него тут красиво уложено, чтобы у него такой дуванчик здесь был, мне не хочется. Вот. Значит, подставка, да, была вот с ним такая вот черная. Значит, волосы у него уже практически, ну, побольше, да, то есть, хотя у Ривера Кэндала они тоже есть, но они как-то, не знаю, у меня выпадают почему-то они под кепкой. Я ему вообще кепку не снимаю, у него там все, кепка одета, он в кепке крутой такой. И вот, значит, здесь они у него с люрексом, вижу, ну, вот этот вот, блестяшки вот эти вот, значит, они залачены, да, прошивка у него вот здесь вот, посередине видно. Значит, они у него такие светлые, какие-то, да, сиреневые, бирюзовые, вот тут вот они даже видно, вот цвет его, но тоже все очень залачено. Вот, значит, там бирюзовые, сиреневые, розовые какие-то, а вот здесь вот у него практически сероватые такие, серым оттенком они, и бархату, то есть нашит тоже у него под волосами, и как бакенбарды тоже он, и уши еще проколоты. А я еще думаю, на фото ему вставляют вот эти вот серьги, наушники, типа от Мишель в уши. Я думаю, как они, дырку что ли там проделывают? Я уже думаю, нету сережек. А он же везде вот так, его никто не фотал, я не видела, что у него здесь дырки. А прикольные. Кстати, есть, да, шарнир, шейный якорь, что круто. Тоже, то есть у меня у Ривера-то нету. Вот, РФ написано у него, модная вот такая вот цепочка серая. Но она, видите, здесь не закреплена. Но, по крайней мере, она вот, ну, нормальным, я надеюсь. Не надо ее закреплять, она не потеряется. Значит, одет он тоже простенько, вот такая вот кофточка у него, такая блестящая, серого цвета, здесь кармашки настоящие уже. Слева, справа, типа пуговки, да, такие, вот. Но меня прикололо вот это, зачем вот это? Трехслойная рубашка сзади, причем она не зашита, вот это, вот смотрите, раз слой, два слой и три слой. А вот здесь все зашито уже. Зачем ему трехслойная рубашка? Он типа одет как летом. Еще такая трехслойная жаркая рубашка. Ну зачем это было нашивать такой слой? Причем вот здесь спереди она зашита вон на краях. А здесь вот трехслойная аж. Ну почему бы тогда 10 слоев не нашить, чтобы у него такая шуба была? Значит, ну, одет он тоже модно, хоть я люблю, когда парни в штанах, но здесь, извините меня, куклы, у них не волосатые ноги. Я больше почему ненавижу парней в шортах, потому что у них ноги волосатые, это вообще кошмар смотреть. Слава богу, у кукол волосы не растут. Вот, значит, маечка вот такая вот, футболочка, где написано Rainbow, и здесь вот у него булавочка, типа такая, ну, нашита тоже. Белая такая футболочка, да, шарниры все хорошие, сгибается, ничего не болтается, то есть в ногах все. Так, шортики, они такие, как бы болотного светлого, не знаю, светло, с, ой, света, цвета, даже не знаю, какой это цвет, сероватый или болотный, не знаю, короче, светлый, какой-то светлый. Вот здесь вот пояс, он отдельно вставлен вот в эти вот ремешки, как бы, и на липучке. Значит, цепочка навешена, она навешена уже, так она снимается или нет? Так, она не снимается, она приделана прям, то есть вот к этим вот штучкам, и здесь он запаяно все и зашито, то есть ее не снять. Снять можно только вот этот пояс, и то его можно расстегнуть здесь. То есть, ну, зачем его снимать? Он модный, вот тут пряжка, смотрите, то есть золотая пряжка на поясе, здесь на цепочке РФ, и цепь у нас серого цвета. Значит, так, на ногах носочки вижу. Хотя они такие маленькие, что их незаметно через ботинки. Но ботинки такого прозрачного цвета. А носочки я вижу у него вот тоже. То есть черно-белые с надписью тоже РФ, по-моему, да, написаны. Вот. Значит, прозрачные такие прям тоже серые ботинки. И причем, заметьте, смотрите, у него шнурки здесь настоящие. То есть, как у Мины Флэр на ее сандалиях вторых. Завязывать надо, то есть, но благо здесь есть разрез, и можно снять, не развязывая, просто классно, что у него настоящие шнурки, вот, ну, заморочились же, да, они сделали вот настоящие шнурки, обычно просто молдированные, крашеные или даже не крашеные, вот как вот, например, у Джорджи Блум, да, видите, просто нарисованные шнурки и все, а здесь таки сделали настоящие, что прям, ну, прикольно вообще, круто, то есть, классно сделали, а, вот здесь еще есть надпись Rainbow. И здесь тоже.
луке, то есть маленькая надпись, но есть. Ну, классный парень, то есть наконец-то у моего Ривера Кэндала будет друг, с которым можно тоже посоветоваться, что-нибудь там о девчонках поговорить, посплетничать. Они же тоже сплетничают. И парни тоже такие, или пивка попить. Вот. Значит, ну вот он, вот такой вот мой Ривер Кэндал. Ой. Эйден Рассел, я уже все путаю всех от счастья, потому что когда у меня новая куколка, я прям счастлива вообще. То есть это Эйден Рассел, Rainbow High с 5-й серии. Ну и Лили Ченк теперь ждем. Она тоже обязательно приедет, потому что я ее очень давно хотела. И она уже заказана давно и уже едет там в пути, в шушарах каких-то. Конечно же, я буду ждать все-таки ее воскресенье, потому что вот я заказывала Оливию Вудс там, когда не успела в Империи, она пропала, а в Империи заказывал Мишель. И вот эта вот Оливия пришла за 5 дней, раньше, чем Мишель. Мишель уже так же за 8 дней пришла. Вот, поэтому, ну, будем ждать, надеяться. Если верить, то все сбывается. Поэтому вдруг она все-таки, наша Wildberries до 9, буду посматривать в воскресенье, как приеду с дачи. И смотрю. Может, повезет все-таки. Ну, если нет, тогда через неделю все равно от меня она никуда не убежит. Мой же заказ. Никому не отдадут без кода. Поэтому вот так вот он выглядит, да. Эйден Рассел во весь рост. Его аксессуарчики. Вот. Это у меня уже 22-я кукла. И Лили Ченк будет 23-я. Ну, из Rainbow High. А так у меня их 450 там с чем-то. Я уже сбилась со счета.